Стальной охват России, привет большой. Понедельник, говорю, суббота, 25 июля. Диман Пономарев, 110 килограмм. Володька сказал мне, надо для иконы показать, что я учусь, чтобы рекорды перебивать. 110 килограмм. Значит, 19 твой рекорд. Ну давай, Володька, надо 19 обойти Димана. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Идем дальше. Вот, ребят, на самом деле, на самом деле, это вот мозг принял информацию, что я могу это сделать 20 раз. И к ней идешь. Если достиг, в следующий раз уже не закрывается. Дима, ты смотри, Володька наказал тебя. Это теперь надо отвечать. 110-й твистер. Хватом снизу на 20 раз. Ребята, жду ваше видео. Дима, вот Володька не успокаивается, говорит, надо еще и рекорд побить. Хватом сверху. 110 килограмм. У вас... Ну, у Володи сейчас в руках твистер, и у тебя одинаковые абсолютно. Даже вот этот излом, он, в общем-то, у тебя чуть меньше, но это все одно и то же. Поехали. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Ну вот так вот побил свой рекорд на 11 раз. Итого теперь 20 хватом снизу, 11 хватом сверху. Всем здоровья, пока.